Привет, Даша. Здравствуйте, я Лидия. В этот день, 9 мая, мы всех поздравляем с Великой Победы и призываем помнить, что досталось нам ценой нелегкой, вот, ценой огромной, и забывать такой грех. Безусловно. Безусловно. Величайшая победа. С величайшими потерями, увы, ах. Да, и прочитать стихотворение, я внизу напишу позже, какого поэта, «Склероз». Не судите строго. Как можно. Да. Ну что мы помним о войне? Нас время далеко мчало. На майской праздничной волне мы вспоминаем слишком мало. А людям вовсе не понять, о чем ведутся разговоры. Вопросы задают опять, ответы забывают скоро. Другие страны, времена, другие войны были тоже. И та великая война все больше на кино похожа. Лежат коробки родина, что делать с ними, непонятно. Ничья вина, что не вернуть людей обратно. Тех, что сражались на войне, тех, что мальчишками погибли. Почему-то стыдно мне, как будто мы помочь могли бы. Но прошлое нельзя вернуть. Вокруг совсем другие страны, и по-другому дальний путь там провожает ветеранов. На майской праздничной волне все меньше правды о войне.